Так, привет, друзья. Утро начинается. Мы видим, оно очень черное, это утро. Как черное кофе. Мы завтракаем здесь. Шведский стол включено. Сейчас немножко покажу. Вполне хватает. Делаем тосты. Hello. Отлично. Хисо Хотел или Хайсо Хотел. Преимущественно здесь отдыхают индусы. Мы здесь одни белые в отеле. Больше белых здесь нет. И китайцам. Ваше здоровье, друзья. Утром желательно пить сок. Number nine. Итак, мы примерно находимся вот здесь. Сегодня мы будем ехать, плыть вот сюда. Так что до встречи. Следующий репортаж с острова Колан. Бай-бай, прыщик. Еще, друзья, что хотелось бы сказать. Каждый последний индус здесь знает английский язык. Здесь все разговаривают, кроме и тайцы сами на английском языке. Становится как-то не по себе, когда ты не можешь пообщаться с людьми, понять их, они что-то тебя спрашивают, что-то хочется сказать, спросить. Вот. Поэтому следующей нашей целью будет, наверное, изучение English. Элементарно пообщаться даже в кафе за какое-то блюдо, что-то расспросить, спросить, или как куда-то доехать. Ну, надо искать кого-то своего, или русского, или украинца. Кстати, здесь вот россияне есть, а с Украины что-то нам не встречались. Да. До встречи.